Между тем, в областном центре появятся и два новых мостовых перехода. Вопросы создания агломерации Саратов-Энгельс будут учтены в новой редакции генплана города. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы городской администрации по градостроительству и архитектуре Андрей Гнусин. Планируется, что один из мостовых переходов будет проложен через Казачий остров, другой же возведут вблизи старого моста. Предполагается, что новые изменения появятся в генеральном плане города уже в следующем году. У нас должно появиться некое, как по подобию МКАДа, Московского кольца, которое полукольцо должно пройти по Саратову. Это Саратов, это улица Соколова и Горная. Дорога Дружбы, политехническая, с выходом на Чернышевскую, на улицу Заводскую и на Казачий. И то же самое полукольцо в центре Энгельса должно появиться. Вот почему и мы говорим, что агломерация. Мы к этому подошли, уже к этому решению вопроса.